Британский суд приговорил 33-летнюю Люси Летбиг к пожизненному заключению за убийство 7 младенцев, включая 2 мальчиков-тройняшек, и покушение на жизнь еще 6. За год ее работы медсестрой неонатального отделения больницы на северо-западе Англии. During the course of this trial, you have coldly denied any responsibility for your wrongdoing and sought to attribute some fault to others. You have no remorse. There are no mitigating factors. In their totality, the offences of murder and attempted murder were of exceptionally high seriousness, and just punishment, according to law, requires a whole life order. Чтобы не встречаться с родителями убитых и покалеченных детей, Летби решила не присутствовать на слушаниях. Ее отсутствие, которое допускается британскими законами, вызвало гнев общественности. Многие политики и правозащитники призвали внести изменения в законодательство и заставить преступников являться в суд для встречи с жертвами и их семьями.